Так наш домик выглядит при свете дня. Мы уже отработали. И решили пройтись к океану. С дороги видно океан. Ну, сейчас вон знак стоп налево. И там где-то 100 метров. Угу. Не успели мы дойти даже вон до туда. И Настя подвернула себе лодыжку. Да. Она же прямо просто. Надеюсь, пройдет раньше, чем закончится у нас здесь время. Надеюсь. Если очень присмотреться, то можно увидеть Настю. Я ее не бросил, я лишь пошел вперед, хочу что-то снять. Хэллоуин еще не скоро, но США к нему начинают готовиться чуть ли не с августа. А еще обыграно Dead End, дословно мертвый конец, но по сути просто тупик. И вот уже океан. Тут есть такие скамеечки, посидеть, повтыкать на океан. А сегодня днем, когда гулял, то, ну, океан прилично вперед отошел, был отлив. Сейчас вот прилив. А песок тут такой плотный, приятный, мягенький. Не засасывает, бегать, наверное, по нему вообще кайф. Вот он, громаден океан. Наверное, это медузы. Тут все ими усеяно. Ветер жесткий, что прям глаза слезятся. Вот тут, если присмотреться, то я в детстве воздушного змея запускал, а тут ребята пошли на следующий уровень. На досках, по воде. Да с парашютом. Вон там он зеленый, там фиолетовый, и кто-то на земле тренируется. Только я до них дошел. Они уже сворачиваются. Макаром сейчас долетит до туда, откуда я начинал. Посмотрел я по карте. Я уже прошел 2,5 мили. А это еще только середина пути к концу этой косы. Решил глянуть, что с другой стороны хотя бы. Потому что дальше идти это уже не вариант. Блин, нифига себе, этот песок провалиться может. О, блин. Так. Постерегись. Ой, боже. Ну,
общем, там вода дальше. Покачусь назад. Ну что, безумие и отвага, да? Ни черта себе крабов нашел. Краб, ты как? Вы злодеи, сожрать его хотите? Краб хороший. Крабик. Вставай, дружай. Ни в какую не реагирует, не убегает. Может, ему уже подкусили что-то. Ладно. Мне пора, крабик. Пока-пока. Каждый раз, когда подхожу к таким стаям птиц, не сильно хочется их пугать. А то они как взлетят, еще обосрать могут. Извините за подробности. Не-не-не, ну, пожалуйста, не надо. Все, я вас не трогаю. Какую дистанцию с ними надо держать, чтобы они успокоились? Отдай мне крабу! Вот ты крабу, я сказал! Вот дай крабу! Ладно. Жадные вы? Бакланы куда-то летят. Ну, а я почти вернулся. Я надеюсь, я их правильно называю, что это бакланы. Интересно, что он делает.
Еще одно напоминание, что на карты не всегда стоит полагаться. В общем, вот на той горе, точнее, там находится что-то типа локального парка охраняемого, и там есть маяк. И вот видно Google карты через вот эту тупиковую дорогу. Маршрут строит каким-то ботом. А я все уже подхожу. О, Настя сидит. Никуда не уковыляла. Настя все-таки не смогла удержаться и захотела увидеть закат. Зарисовка о том, как Сергей вез меня на руках. Ну мы, в общем, уже посидели около океана. Я вроде бы так только таймлапс, наверное, снял, да? Наверное. Ну чё. Ну вот и мы уже и доехали. Да, тут реально. Да, меньше минуты. Сейчас мы в городочке Оушенсайд. И тут какие-то прикольные скалы. Ну так просто пляж. А вот тут еще такая арочка узкая, прикольно подойдет. Ладно, веди нас. Серфингисты тут, походу, начинающие. А, напоминает, как в Сан-Франциско, помнишь, было? Там был туннель и в конце. Будь осторожна, тебя может... Говорю, будь осторожна, а то тебя может затопить, ты не убежишь. Ну да. Пойду туда чуть прогуляюсь. Ну да, далеко тут не находишь. Сейчас как раз прилив. Ну все, это максимум, куда я могу дойти. Не вплавь. Сейчас. Можно было бы, конечно, попробовать добежать до некоторых частей, но такое себе. Пойду обратно. Тут водятся Sea Lions, морские эти котики. Но мы что-то сегодня не видели. Наверное, не сезон. Подъехали к еще одному месту. Cape Mears. Там есть маяк. Ну, еще какая-то смотровая. В общем, ничего особенного. Чутка посмотрим. Живность, которую тут можно увидеть, когда сезон. Видно уже гнездование. И как там, кто детей растит, уже закончилось. Хотя вон какие-то птицы есть. Прикольно тут. Угу, скалы, хорошо. Скалы. А это вон та скала у нас, вот на столб пляжа. Где мы живем? Да? Да, вон там. Ну, акулья. Акулий плавник. Сделали такие заборы, конечно, не сильно удобные. Видно, как там вдалеке горы, которые у нас там с пляжа занесут какими-то облаками. Там пещера. Ну, берег клёвый.
тот самый старый маяк. Сейчас мы поближе подойдем. Вот мы из туннеля, я вон доходил до края, вон там. Вот. А тут хоть нормально видно скалы в воде с как, туннелями. К ним два видно. Но их вообще там три еще две. Стенд про морских котиков. Если не ошибаюсь, этот маяк построили что-то там, не помню, какому, 1831, 60-е. В общем, походу он оказался не совсем в том месте, где его стоило бы поставить. И по итогу там власти поставили другой маяк в другом месте. Что такое там? Тоже не использовали? Да, а этот отключили. И здесь много. Походили, посмотрели, погода такая себе, место сойдет, поедем дальше. Выбрались к пляжу. Ветер тут знатный. Тут скрипящий песок. Да, и погодка сегодня вообще холодная, холодная.